Друзья, прямо сейчас начинаются наши 10 минут, и сегодняшний выпуск я снимаю с Софой. Всем привет! Предыдущий выпуск набрал очень много просмотров и лайков, потому что вы очень любите наши совместные видео с Софой, и поэтому сегодня мы решили снять какой выпуск? Я не я! Да, я не я! Где мы будем отвечать на вопросы? У нас есть такие вот штучечки, я не я, в общем-то, да, ну вы знаете, наверное, суть мы снимали этого челленджа. Такое видео с Никитой, поэтому... Когда были в Турции, сейчас мы в Таиланде, снимаем это видео вдвоем. В Инстаграм вы нам написали вопросы, на которые мы сейчас будем отвечать. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Да, мы разместили каждый по сторис. Да это никому не интересно, давай уже отвечать. Давай. Итак, первый вопрос. Ходили к директору за плохое поведение? Нет, у меня обычно не было никаких конфликтов с учителями. Все меня устраивает. Все меня устраивает. Меня все устраивает. Меня все устраивает. Теперь... Самое красивое. Что самое красивое? Я. Самооценку, просто поем такие. Не, на самом деле я так не считаю. Ну это же все шутка, все понимают. Кто первый начинает ссору обычно? А ты что ответил? Понятно. Короче, мы вообще не ссоримся, судя по всему. Софа просто плохо себя ведет. Все. На выходных спишь до вечера? До обеда? Да, я. Очень долго сплю. Обычно на выходных просыпаюсь в 12, лично сейчас в Таиланде каждый день просыпаюсь часов с 10 до 12. Что за вопрос был? Я очень мало, тебе кажется? Неважно. Да я прочитаю хоть один, ты прочитай. Кто из вас больше любит Диму? Ну можно, пожалуйста? Давай, отвечай. Вообще-то я его больше всех люблю. А ты что сказала? Я. Я больше люблю. Станьте загадкой. Прыгала с парашютом. Соп. Очень интересный вопрос. Не я. Нет, не прыгали. Не прыгали, я, кстати, хочу. Ты обкакаешься первым. Кто любит очень долго спать? Было уже, так ты в ауте в это время была. Не я. Целовались с Кириллом. Девчонки, мальчишки, ну как вы думаете, мы знакомы более 2,5 лет? Ой, или что, я загнула, 2 года. Как вы думаете, целовались мы с ним или нет? О, хотели бы что-то в себе изменить. Я. Не я. Я. Я не скажу, что, потому что... Кто из вас Я не хочу говорить о своих комплексах. Возможно, это их вижу только я. Поэтому я не буду. Я попа чешется. Но я бы хотела кое-что изменить. Не попа, в смысле, а нога вот здесь. Понимаете, это выглядит не очень, когда я стрелу, здесь чешусь. Кто из вас лучше знает английский? Да что ж такое-то? Дай мне что-то прочитать. Ну, вопрос третий. Я. Ты что ответила? Не я. Кто из вас, Софа, тоже... был в ОАЭ? Че? Правильно прочитала. ОАЭ, Дубай. Нет, мы не были в Дубае. Табличку Дима, который сейчас мы в Дубае. Мы не были в Дубае. Мы, кстати, в тот раз хотели полететь в Дубае вместо Доминиканы, но выбрали в итоге Доминиканскую республику. Дима, привет. Передавайте Диме привет, он сейчас в Дубае. Чисто просто, что нам пишут. Дима, поехали с нами в Таиланд? Нет. Мы будем делать ремонт дома, я не поеду. Мам, все, улетели в Таиланд. Я улетаю в Дубай. Понятно. Тихо, жалели о том, что вы сестры? Нет, у меня сегодня даже был опрос. Я вообще не представляю свою жизнь без Софы. Кто же будет снимать со мной видео? Ты че, Саш? Ты че, вообще, что ли? Ты че нарываешься? Как без тебя нос обладит. О, у тебя тоже, покажи поближе. Кто из вас... Ладно, не надо такое. Можешь такое прочитать? Давай. Не, не надо, давай. Не надо. Нет. Кто из вас первый поцеловался? Зоб, поцеловался. Ну хорошо, Соф. Что-то да. Соф первый поцеловался с кем? Что-то да. А снимай одновременно, знаешь? Ты знаешь, что прошло? Про бутылочку. Одновременно. А, ты целовался. Да. Хорошо, извини. Я говорю одновременно. Кто из вас больше молчит? Наверное, Софа. Я. Не я. Саша, она больше, да, такая очень разговорчивая, общительная. А я не могу со всеми как бы общаться прям. Почему все вопросы про Диму? То есть я как бы больше с близкими могу быть открытой. Кто из вас встречается с Димой? Целовала Диму? Кто из вас встречается с Димой? Кто полностью знает дату рождения Димы? Это очень сложный вопрос, но я его знаю. И
Кого, его? Дату рождения? Именно дату рождения, ее. Ну-ка. Ты не знаешь, ты что сидишь? Димина дата рождения? Дима там, наверное, икает, бедный. Весила где-нибудь 40 килограмм. Я сейчас вешу 40 килограмм. 41. Сейчас, секунду. Ела жуков. Господи, не дай бог. Нет. Не я. Тут, кстати, мы видели всяких личинок, тараканов. Таких тараканов, которые жареных, их жарят. Кошмар. Ревновала к Тимохе? Нет. У нас есть Вайн даже такой. Кто из вас пила алкоголь? Было уже неинтересно. Кто из вас умнее? Целовалась с Никитой или Кириллом? Кто из вас умнее? Это не такой вопрос. Кто из вас целовалась с Никитой или Кириллом? С Никитой или Кириллом? Вот сами выбирайте. Нет. Ты что отметила? Не я? Писила в бассейне. Писили. Да ладно. Позор какой, я вас мам, не знаю. Мам, я же говорила в том выпуске, было не было. Читали ли вы чужие переписки? Мне кажется, все как бы читали чужие как переписки. Как бы у меня столько людей, которые я переписки прочитала. Случайно, по ошибке. У кого было больше парней? Так, да, стой. Все, не хватит. Секунду. Нет! Не говори, пожалуйста! Я ударилась! Ну хорошо, больше парней. У кого? Меня, конечно. Ну что, в Бузов 17 парней было уже. Да. Мне в Таиланде уже 3. Чего ходить? Вон они сзади в мячик играют. Да. Hello! Нет. Так, как много вы читаете и что? Я, не я. Друзья, пожалуйста, давайте задавайте вопросы, которые правильно. Кто из вас больше читает? Вот так надо отвечать. Я или не я? Кто в отношениях? Кто в отношениях? Кто? Давай. Кто? Кто? Показываем. Мамина улыбка с лица так не сходит все видео. Причем-то я просто либо про Диму, либо про поцелуй, либо про отношения. Мам, стоит цыпнутка. Да потому что они все неправду говорят вам. Неправду. Ладно, шучу. Я сама не знаю, кто из них в отношениях. Пила по случайности алкоголь. По случайности нет. Было напрямую. Бухать так бухать. Не, ладно. Кошмар. На самом деле нет, такого не было. Нет, вы спиндли соп вообще, шпендель. Гном, какой там... Капец. Ты там шпендель, ты за шпендель. Софа, это последний раз ты берешь в руки мой телефон. Это я, это она меня толкнула. Посмотришь на видео. Кто из вас... боялся ночью из-за страшилки кошмара. Я очень часто да, боюсь. Да, даже сейчас, даже в отеле. Мы закрываем шторы, мы на первом этаже. А что говоришь, я показываешь я тогда? Ну, я. Вопрос какой. Ну, проблем просто у нас минутки полторы осталось. Давайте побыстрее, девочки. Итак, еще вопросы. Мы закрываем шторы, живем на первом этаже, закрываем обе шторы. Белые и коричневые, чтобы нас никто не смотрел. Чтобы мы никого не видели. Что страшно? Ты любишь Диму как парня? Да что такое-то? Что ты будешь отвечать? Я не буду ничего отвечать. Да, я, да. Ладно, хорошо, я, все. Какой вопрос был? Отвечай, ё-моё. Ты любишь Диму как парня. Я нет, люблю Диму я люблю парня. Как девочку его. Я как девочку люблю. Не, не я, я реально как девочку. Кто из вас красивый? Я не знаю, я не могу так оценивать. Что ты сказала? Жёсткую цифру сказала. Потому что я не знаю. Это вам решать. Напишите в комментариях. Очень странно. Дура! Я. Ну, ты дура, я нет. Блин, интересный выпуск. Списывали у кого-то в классе. Да. Было такое. А. Кто из вас курила? Ни разу не пробовала курить. Да, я тоже. Что? Нет, кто сваливал ничего. Всю ответственность на сестру? Дай мне договорить, жопа маленькая. Не я. Ты рукожоп? Гуляли по ночному городу. Сов, ну почему ты перебиваешь? Ты рукожоп? Не знаю. Это ничего интересного.
Не знаю, да. А вот и Таня! Люблю Мишу. Какого? Смирнова? Влюблялись в одноклассников? Ну, вот смотрите, вот нормально, в одноклассников, да? Просто я пытаюсь ответить на вопрос, Софа. Влюблялись в одноклассника? Нет. И тебя хочу утопить, она украсть. Там мой телефон. Да потому что она меня раздражает, я уже 100 раз сказала. Все, друзья, мне вопрос остался неотвеченным. Про нет, Мишу. Не брызгай. Пускай. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Спасибо, что посмотрели это видео. Всех очень любим. Целуем. Так хочется упасть, но я без купальника сейчас. Всем пока! Пока! Пошли фотки. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like